Всем привет, с вами Джон Кобра, и сегодня мы поиграем в игру под названием Winston Simulator. И в этом видосике я сделаю обзор своей новой Lamborghini. Это Lamborghini за 4 миллиона F класса суперкар. Ее максимальная скорость 306 км в час и где-то 3 секунды за до сотни. Где-то ее примерно скорость. Я ее вкачал по максимуму и сейчас посмотрим, что вообще она из себя представляет. Нам. Это, конечно, не машина за 12 лямов. Это всего лишь за 4, так что не стоит ее сравнивать с топовыми тачками, да. Ну, надеюсь, что у нас получится примерно с равными тачками посражаться. Да. Видели, как мы протаранили? Да. У нас очень крутая машина. И нам надо узнать ее скорость. Это что? Это кто? Это, как это называется вот это вот? Это как вот? Я вот не понимаю. Ну, конечно, да, мы Tesla Model C, это там самая такая плохая, да, наверное. Ну, я не знаю. Ну вот. Сейчас сразимся с вот этой вот машинкой, да? Ну чё, не хотите они они, наверное, не хотят сражаться с такой топовой машиной. Ну, хотя, кто его знает. Ну, самое главное, это сейчас у нас, чтобы... Ну, именно нас поставили на гоночку, да? И если нас поставят на гоночку, то все будет супер. Сейчас мы проверим скорость машины без нитру. Да. И мы вообще на изи обгоняем. И в общей сложности мы приезжаем за... 7,046. Без нетрухи, без всего. А если попробовать с нетрухой, то... Я не знаю. Вот, смотрите. Тоже вот Lamborghini. Я до этого катался именно на ней. Потому что... Ну вот. Она очень хорошая, быстрая. И вообще топовая, можно так сказать. Самое то для начинающих. Ну, конечно, для более прокачанных эта машина все же... Очень крутая. Ну так, посмотри, нас поставит на гоночку. Да, поставили. И теперь мы прокатимся с нетрухой. Посмотрим, за сколько эта машина проедет с нетрухой. Мы вообще просто в максимум делаем. И мы проезжаем на одну миллисекунду. Ну, на одну... Ну, сколько миллисекунд? Где-то 700 миллисекунд быстрее. Да. На 700 миллисекунд мы проехали быстрее. Ну, то есть... Машина за очень даже хорошая, топовая. Но, конечно, не знаю. Наверное, не получится накопить на машину за 12 миллионов, это слишком долго. Если я накоплю даже миллиончик, ну, наверное, себе и куплю квартиру. Не знаю, почему, но мне кажется, что квартира будет нужнее. К тому же, я хочу посмотреть, как это вообще тут все работает. А то вот у меня ни одной квартиры не было. Может, там, конечно, дешевую купить. На берегу моря, ну не знаю. Я уж хочу пентхаус вот здесь вот купить. Апартаменты нам. Да. Надеюсь, что у меня получится. Купить эти апартаментики. Нам. Да. Ну, вот такой вот у нас получился обзор этой машины. Всем ее советую. Если вам понравилось видео, вы можете подписаться на мой канал или... Ну и поставить лайк. С вами был Джон Кобра.